Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Конечно, сейчас мы ощущаем сильные солнечные вливания. Конечно, сейчас мы ощущаем эти энергии уже и на своих не только тонких телах, но и на физическом теле. Лето вошло в полную свою силу. И вот эту полную силу сейчас, которую передают нам для нашего нового восприятия, мы с вами и ощущаем. Поэтому, если вам нужен больше отдых, если вам нужно больше внимания к себе, к своему здоровью, находите эти минуты, находите эти возможности, находите эти методы, которые вам наиболее приятны и понимаемы вами. Сегодня для особо стойких и особо устремленных предлагаю тему «Переход в пятое измерение. Энергетический механизм процесса исцеления». Отец Абсолют, читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я расскажу вам о том, как определить, насколько чисты ваши тонкие тела. Эмоциональное, ментальное и каузальное. Я думаю, что каждый из вас, особенно те, кто уже давно занимается энергетическими практиками, прекрасно понимают, что даже после самой глубинной очистки своих тонких тел, ваши болезни, копившиеся годами, а иногда и десятилетиями, не могут исчезнуть мгновенно. Процесс формирования болезни и ее исцеление настолько сложен и непредсказуем, что отследить его на физическом плане практически невозможно. И объясняется это тем, что большинство людей не только не умеет управлять своими мыслями и эмоциями, но даже не понимает их значения в своей жизни. Так, например, человек, которому пришло внезапное озарение и понимание глубинных процессов своей жизни, приведших к неизлечимой болезни, способен исцелиться почти мгновенно. А человек, быстро идущий на поправку в результате усилий врачей и резервных сил своего организма, может получить необратимый рецидив в результате морального падения, губительного для его души, а значит и для его тела. Но чаще все происходит постепенно, поскольку любые изменения формируются сначала в эфирном теле человека и только затем спускаются на физический план. А каков же обратный механизм взаимодействия этих тел? Что происходит с эфирным телом, когда человеку вырезают, например, раковую опухоль, или происходит какое-то другое вмешательство материального порядка в его организм? Что с развитием медицины сейчас происходит довольно часто. Поскольку эфирное тело человека формируется энергетически за счет его определенных мыслей, эмоций, то обратный процесс отражения в нем вида измененного путем медицинского вмешательства физического тела происходит тоже не механически, а энергетически. Если человек полностью осознал психосоматическую причину своего заболевания и сделал все для того, чтобы избавиться от этой причины, то усилия врачей не пропадут даром, и он запустит процесс своего исцеления. Его эфирное тело очистится, избавившись от фантома некогда больного органа. Но если человек далек от духовных знаний, от энергетической составляющей своей жизни, то любое медицинское вмешательство, каким бы удачным оно ни было, поможет лишь на время, поскольку закрепившийся в эфирном теле человека его эмоциональный и мыслительный шаблон все вернет на круги своя, опять проявившись на физическом плане. И, наверное, многие из вас уже замечали такую взаимосвязь на примере своих близких и своих друзей, а может быть и на собственном примере. Поэтому, родные мои, проследить чистоту своих тонких тел
вам поможет сам организм, то есть ваше физическое тело. Внимательно прислушивайтесь ко всем сигналам, которые оно вам подает, определяйте психосоматические причины своих заболеваний и наравне с практиками и медитациями, которые я вам даю, прорабатывайте эти причины, избавляйтесь от всего, что мешает вам быть счастливыми и здоровыми. Не расстраивайтесь, если это получится у вас не сразу. Вера в себя и чистота вашей души являются главным залогом вашего счастья, здоровья и успеха. Всегда помните об этом, родные мои, любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему «Энергетический механизм процесса исцеления».